Всем здравствуйте, дорогие зрители! Продолжаем нашу любимую тему про страну Беларусь, а именно ситуации, происходящие в ней каждый день. И сегодня день не исключение, посмотрим, какие события произошли. Начнем. Утром на различных улицах, проспектах, площадях и дорогах начали разъезжать массово техника, автозаки, микроавтобусы и вся другая техника силовиков и ОМОНовцев. Утром также начался массовый марш людей с флагами и различными надписями. И на протяжении целого дня одни колонны протестующих людей, которые все идут и идут. А потом появились местные силовики, которые останавливали различные протесты и колонны, а также их задерживали на различных улицах и проспектах, где происходили массовые сборы людей. И все, что весь день было, это различные задержания, протесты и все. Также все эти происшествия происходят и сейчас, где участвуют куча людей и куча силовиков. Да, день получился ненасыщенным по происходящим ситуациям, но все же какие-либо действия были запечатлены и выложены в просторы интернета. На этом все. Большое спасибо за просмотр, пока.